Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили и в Берлине. Церемония возложения венков состоялась в столичном парке у мемориала советским воинам. Кроме послов нескольких стран, отдать дань памяти пришли жители столицы и наши соотечественники. Я отмечу, что мемориал построили в 1945-м в честь тех, кто погиб в сражениях при взятии Берлина. На этом кладбище покоятся 2000 солдат. Среди них есть и казахстанцы. Приносят цветы горожане и в Трептов парк, где расположен монумент советскому воину. Я пришел сюда, потому что этот день очень важен для меня и всех немцев. Это день освобождения Германии от фашизма. Это значит, что сегодня мы все можем наслаждаться свободой и миром. Поэтому я считаю, этот день завершения войны важен как для всей Европы, так и для всей планеты.